Эй, другие, в эфире Бёрди Буч. Сейчас я поведу вам крайне важные новости. Дело в том, что 6-й ранг Вартундера опять внезапно, совершенно неожиданно стал играбельным. Но что случилось? Спросите вы. Случился War Thunder. Вы знаете меня как игрока, который обычно не играл выше 7.7. И вот внезапно мне надоело косплеить песочного террориста, и я решил таки поиграть на предтопах. И вы знаете, там действительно стало интересно играть. Как так? Сейчас расскажу. С тех пор, как улиточки наши, любимые улиточки, вели ранг номер 6, а потом внезапно и ранг номер 7, прошло, в принципе, достаточно времени, и все дисбалансы, что были здесь с самого начала, как-то сбалансировались. Слегка все это пришло в играбельное состояние, хотя, конечно, есть моменты спорные, но сейчас речь совсем не о них. Суть в том, что 6-й ранг слегка растянули, и на нем появилась ниша, играть в которой не сказать, что супер легко и просто, но определенно интересно и приятно. Сейчас 6-й ранг выглядит улучшенный, более что ли скилловой версии 5-го ранга. Однако же важно понимать, что я говорю об R8.7 и не выше, ибо если вы захотите таки поиграть на 9.0, не хочу вас расстраивать, но будете вы кормом для топов. А это, как мы все понимаем, не нравится никому, кроме разве что топов, которые будут вас там с удовольствием поедать. Так вот, внезапно оказалось, что играть на 8.7 можно даже слегка при этом релаксируя. Народ, освоившись, начал таки кататься туда-сюда, и если раньше тут все стояли, то теперь тут все ездят. Передвигаются по картам достаточно шустро и охотно. Лютых камнедрочил, не сказать, что особо много. И в целом, сам удивлен, что так говорю, но присутствует здесь какая-никакая тактика. Можно было подумать, что мне показалось. Но я катаюсь здесь уже пару недель и смело могу вам заявить, тут заебись. Ибо я думаю, вы знаете мой подход. Если мне что-то не нравится, то я прямо об этом и рассказываю. Такова концепция канала. С чего вдруг ты бросил свой ненаглядный 7.7 и почепиздил на целую единичку выше? Вопрос хороший. И даже не риторически. Захотелось, знаете ли, некоторой новизны. Захотелось поптурить, захотелось покидаться ломами, захотелось зениток с маркерами. Не, такого мне не захотелось. Слегка надоело катать песочек и взрослый песочек, а тут как-никак более стильная, модная, молодежная техника. И тут важный момент. Далеко не вся, не вся техника на 6-м ранге играбельна. Уверяю вас, неиграбельного мусора тут вагон и маленькая тележка. Фактически я могу вам сказать, что катал на Type 74, на его прем-версии, на которой я почему-то постоянно сливаюсь, хотя на линейном делаю двоечку. На Т-55, который тусует на 8.3, который весьма нагибуч прямо в стоке. Кто бы сомневался. Причем все начинают с говноподкалиберов, а у совета почему-то сразу ломик. Почему меня это не удивляет? И Леопард L44. Здесь есть и те танки, которые я очень давно хочу покатать, но глядя на их статку на Тандерскиле, я понимаю, что если они и будут когда-нибудь играбельными, то произойдет это не очень скоро. Однако же, что у нас с вертолетами? Вертолеты нынче куда-то далеко улетели, ибо если они и появляются, то в самом начале боя избивают их основным еще на подлете. Что прямо говорит нам о том, что улитки завезли в игру вид техники, но геймплеем ее обеспечить забыли. Получается, весь потенциал вертушек просто слит в унитаз. Если человеку нравится вертолет, он мечтал, долго мечтал, что когда-нибудь они появятся в тундре, то теперь ему можно открыто сказать: «Прости, братишка, но ничего у тебя не получится. С таких вертушек удовольствие ты вряд ли получишь». С другой стороны, одной угрозы меньше, и танкистам на их нескромную радость проще. С другой стороны, после потери танка вы все равно будете брать танк или самолет, которых тут тоже весьма мало, и виной тому, конечно же, конские очки, которые может нафармить не каждый игрок, и наличие наших любимых зениток с маркерами. И нет ничего плохого в таких зенитках, кроме одного, они никак не вписываются в концепцию игры. Так уж построена вся механика War Thunder, что некоторые решения очень хорошо подходят, а другие вообще никак к игре не клеются. И отсюда мы имеем такую пеструю смесь играбельности и зияющих геймплейных дыр,
заполнять который никто не собирается, ибо донат уже собран, а в недрах Гайдин, страшно представить, наверное, уже трудятся над подлодками. А что, с вертолетами же прокатило? Деньги собрали, вертушки даже всем нациям не выдали. О чем тут еще говорить? С подлодками может выйти вполне такая же ситуация. Купил подлодку за 50 баксов, придворные обзорщики сказали, что подлодки это просто лучшее, что происходило в этой игре за всю ее историю. Теперь извольте играть болтыхаться. А то, что геймплея нету, раньше надо было думать. Насильно ваши шекели никто не отбирал. Как пилот вертулика Дал Лавей получает в еблет с 3 километров? Играет в минус и вообще делает один фраг за 5 боев. А вертолет-то и летает как бревно. А дамаг модель такая, что слезы на глаза наворачиваются, однако ж це работа шлемазла. Ну так вот, прежде чем пройти на 6 ранг, прошу вас, загляните на чудо-сайт Thunderskill и прочекайте статку интересных вам танков. Я так сделал и начал катать на том, что не является кактусом. И так совпало, что некоторые из тех танков, что были мне интересны, оказались вполне играбельными. И что меня радует? Играя на 8.7, мы часто играем на своем БР и не должны, например, страдать, как это вечно делает 6.7, внезапно встречая весельчаков с БР на единичку выше. А тут иногда, очень иногда, даже можно увидеть 7.7 и радовать, так сказать, различных ребятишек. Другое дело, что Леопард и Тайп все равно картон, зато мы пробиваем и дамажим почти все на вылет. А это все-таки очень приятно. Но есть мелкие моменты, которые неприятны, например, БМП-2. Не скажу, что имба, но она определенно сидит на очень низком БР, в то время как ее аналоги у других стран тусуют выше, а иногда сильно выше. И опять же, почему меня это не удивляет? И это тоже тема для шлемазла. Так в чем смысл? Все-таки 6 ранг для меня лично это немного другой War Thunder. Он не такой древний, что ли? Не такой дурной, как 10.0, он определенно еще не утратил шарм классического тундер геймплея, но при этом слегка оброс новизной, которой тундре очень не хватает. Возможно, это очень субъективная точка зрения, но я рад, что нашел для себя в нашей игре некую свежую нишу, играть в которой достаточно спокойно и приятно, ведь все мы понимаем, комфортный геймплей в War Thunder нам только снится. И есть еще очень немаловажный момент. На 6 ранг наконец-таки пришли нубы. Я говорю не только про себя. Ребята, иногда тут такое видишь, что аж подумаешь, я что, на резервах играю? Самолет, который сидит у вас на 6, внезапно может вас отпустить. Союзник, которого атакуют с одной стороны, а он вообще смотрит в другую и не реагирует. Враги не видят вас у себя под носом. В общем, все прелести всех видов геймеров у нас в игре теперь доступны здесь. Но как они сюда попали? Во-первых, прошло время, во-вторых, уже не первая волна снижения лампочек для прокачки принесла свои плоды. Да, сюда, можно сказать, ринулись игроки, и скажу вам по личному опыту, среди моих знакомых практически в одно время очень много человек вкачали себе что-то на этом ранге. Не я, у меня некоторые топы давно есть. Кстати, есть еще одна причина. Скоро стримы. Как-то глупо на стримах не катать технику, которая все-таки интереснее, чем БТ-5 и пазик. Вечный пазик. Ведь правда же? Кстати, при очень небольшой доле участия авиации, нельзя ли сказать, что это ранг, в отличие от предыдущих, больше всего подходит для целевой аудитории проекта? Ведь действительно, все, кто ноют на авиацию, не в курсе, ну ладно, некоторые точно не в курсе, что здесь им как танкистам придется гораздо легче, ведь смотрите, как получается. Возможно, танкист думает, не пойду на топы, там не только самолет, там еще вертолет, мне там вообще делать нечего. А оказывается, все наоборот, и это, блять, фирменная фишка улиток. Почему они нигде об этом не говорят, мол, так и так, танкист. Стремись на топы, донать, качайся, и авиация будет тебе не страшна. Но получается, танкист играет, страдает и не догадывается, что чуть выше ПБР и находится его Эльдорадо. Эх, танкист, а что делать? Ставьте лукасики, пишите комменты, это очень помогает каналу. Зацените нашу группу ВКонтакте и, конечно же, подписывайтесь на канал, ведь здесь говорят неправду. С вами был Берди, будь друзья. До новых встреч. Peace.